Число бюджетных мест, выделяемых вузом России, в этом году увеличится на 16% и превысит 570 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Миноборнауки страны. В требованиях закона об образовании сказано, что на каждые 10 тысяч граждан России в возрасте от 17 до 30 лет должно выделяться 800 бюджетных вузовских мест. Также увеличение числа бюджетников связано с переходом в 2011 году на многоуровневое высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура. Первые студенты, выбравшие бакалавриат, закончат обучение этой весной. И бюджетные места будут предусмотрены также для тех из них, кто пожелает продолжить обучение.